Всем приветики, ребятки, вы на канале Katie's Gamesys, и сегодня мы с вами проходим что-то прикольное и очень смешное, я надеюсь на это. Давайте мы включим... Что за на? FPS на? Давайте легко. Посмотри на себя, ботан, ты не отдашь мне свои деньги на обед? Нет, не отдам. Видели я, какая рыба? Отлично, встретимся после занятий. Класс, Джимми, вообще не уходи. Все твои деньги за обед мои. И что? Все, мы бежим просто тупо. Нет. А что это, да? Что за... А, следующего у меня нет, да? Cancel. Ничего мне не надо тут покупать. Ага, просто бежим, короче, да? Эй, малыш, куда ты собрался? Понятно. Мы просто бежим. Нет. Так, подождите. Вап. Окей, сюда этот толстячок пройти не должен. А как дальше-то? А, вот сюда. Видела все, да? Опа. Так, вообще это прохождение должно быть очень смешным, потому что, когда я первый раз недавно проходила, было капец как смешно. Чё за руки? Чекпоинт достигнут! Отлично. Это, короче, я так понимаю, за 25 этих каких-то денег можно пропустить, да? Что это? А! Что это? Это просто так все летает из черепа или нет? Не пойму. Вот эта фигня летает, да, кажется, или не летает она? Так, хорошо, черепок. О, скип, вот тут же написано скип. Я думала, мы собираем эти черепа, ладно, хорошо. А, ну это стопудово вот так, да, вот так. Слишком быстро. Все? А, привет. Ну блин! А почему они исчезают? Да ё-моё! Нет! Так, хорошо, ладно. Как? Нет! Блин! Йоксель-моксель, рыбакит, прыгай! Ладно, появляйтесь сначала. Окей, так, ладно, хорошо. Хорошо. Это довольно-таки прикольно. Блин! Эй, а где карандашик? У меня вообще тут собака не гуленая сидит. Я сижу, играю в какую-то смехоту личную игру. Видели, как я смогла? Только не на пруди нигде, пожалуйста, собакин. Я сейчас с тобой выйду. Сейчас, к слову, 8 часов, а я должна была с ним выйти в 6:30. О! Help! Я не могу тебя хелпнуть, сиди там. Ой, он меня схватить пытается. Кажется. Но это, наверное, просто так, да? Он меня на самом деле не может схватить. Так, чекпоинт достигнут. Хорошо. Подобрать и разместить столы. А, понятно, так. А что, почему он так? А, я не могу. А куда мне? Мне вот сюда, что ли?
Бросить. Так, вот это максимально неудобно, конечно, сделано. О! А, оказывается, так можно было, да? Так, ладно. Если бы не девочка, я бы так и не сделала. Так, я забрала денежку. Нет, нет, не получится. Ну-ка, давайте. А, на стул, по-моему, она стол поставила. Так. Где-то вот здесь, да? А! О! Блин! Что ты все еще здесь делаешь? Ты попросишь об избиении. Уже молю тебя об избиении, блин. Уходи! Что тебе от меня надо? Не подходи. А, мне надо кнопку нажать? Ёптыть, какой ты страшный! Он ушел? Он ушел. А! Так и думала. А! Подожди. Опа! Опа! Эта фигня что еще и обратно под низ уходит? Или это когда я по ней прыгаю, она уходит? Нет, вроде не уходит ничего. Так, хорошо, ладно, окей. А тут сейчас что будет? Джимми! О! А, это ластик! Ой, меня раскидало, меня расплющило. Так, вот так сделаю, чтобы было более красивее, да? Меня, кажется, расплющило. А! А чё, я не прыгаю? О! О! А! А! Опа! 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 Уф, это было мощно. Ага. 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 Оно что, прям уезжает? Это значит, хорошенько пробежалось, да? А! А! Ну, так же нельзя. Так нельзя. А! А! Я успела. Так, хорошо, чекпоинт. Так, а, а! Бежим, 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 бежим. А где я? Я вот это вот посередине или нет? Мне интересно, где я? Что я хочу погулять с собакой. Уже капец как поздно, а собака моя еще не гонит. Че у меня такая некрасивая сегодня прическа? Извиняюсь за свой внешний вид, что-то я прям вообще некрасивая сегодня. О, вот так вот, растрепанный стайл. Так намного лучше. Так, я хотя бы не лысая. Чекпоинт. Блин, вот я лошара, так упасть, и в итоге, блин, блин, так упасть, короче, и в последний момент мимо вот этой фигни. А, чё, сильно с высокой высоты нельзя падать, да? Ну ладно. А! Блин, не получилось. Вот так, сюда, да? Вот здесь вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. О, я прошла. Только тут чекпоинта нет. Ох. Ох, как хорошо. Как хорошо, что тут нет этого хулигана. Я недавно проходила такое прохождение, собственно. Ай! Эй! Собственно, с чего я на... Понятно. Собственно, с чего я решила проходить, да, такое на канал, потому что я прошла одно, но было капец какое ржачное, прикольное, потому что я постоянно в такие моменты ору. Вот, и я решила попроходить, и там было постоянно вот такие были убегания. А, я вон с рыбой, я увидела себя, мы почти уже у конца.
Вот. И я, короче, подумала, что это прикольно, но там было намного больше вот таких вот всяких убеганий. Слава богу, тут их мало, потому что, ну, это прям удручает. Они еще так бегают, ну, не удручает, короче, я таких моментов боюсь почему-то вообще любых, какие бы ни были. И чё? И чё дальше? А дальше-то чё? Ну, прямо. А, понятно, я бы сейчас в лаву прыгнула, чё вы думаете-то? А-а-а! Так нечестно! Так нечестно! Ну, она уехала! О, даже прикиньте, на улице не совсем темно. Я, короче, смотрю, а в комнате темно в соседней. И думаю, наверх... Это я лошара. Мы с вами лохи, лохи, ладно. На следующий мы прыгнем. Ой, как так можно, блин, только я так могу. Капец. А! Ёптыть. Всё. А, проезжай! Ура! Самое, блин, сложное, наверное. Беру свои слова назад! А! Дайте мне чекпоинт! 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 Что это? Сейчас вот этот большой вылезет, да? И что? И что? А, я этого даже не заметила, выход, прикиньте. Понятно, ладно, хорошо. Денежка. Денежка. Это прыжки, ага. А, блин, не долетаю. Опа. Чекпоинт. А, я поймаю тебя и засуну в один из этих шкафчиков. Нажмите кнопки. Какие кнопки? Нет! Скотобаза, так нечестно. Господи помилуй. Мы сражаемся. Чё? Мы сражаемся на перемене. Будь там и будь в форме. Позвони мне, неудачник. Господи, как я обосратушки-то, а? Какие обосратушки-то. Задира, господи. Что за музыка? Он вроде за мной не гонится. В таких местах! Поняла. Куда? Понятно? А тут можно остановиться? А, тут можно остановиться. Я думаю, нельзя остановиться. Ладно. О, я какую-то ачивочку выполнила. Ну, вроде как ачивочка. О! О, господи. Ладно, нормально. Давай, живем. Деньги. Ух, где я? Я где-то вон там, да? Я уже почти вышла. Чё? Meet me after class. Я тебя не буду ждать в классе. Уходи.
А, вот теперь стрельба. Вот это уже последняя, наверное. Уничтожить босса. Позволь мне рассказать тебе мою историю, малыш. Когда-то я был таким же неудачником, как и ты. По тебе видно. Пока ко мне не подошел хулиган. А, это ты это рассказываешь? Я пытался объяснить ему, что у меня нет денег, но ему все равно. Он ударил меня в песок. Меня в песок. И пока я сидел там и плакал, он только смеялся. Я решил, что меня больше никогда не будут запугивать. И поэтому надо запугивать меня, да? Я тренировался, чтобы стать сильным, чтобы отомстить. Люди больше не будут меня дразнить. Тогда я стал сильным. В тот момент я понял, что мне суждено стать альфа-хулиганом. И теперь я должен побить тебя. Почему? С чего ты решил это? На тебе! Блин, ну этот босс легкий. До этого босса, короче, ему надо было в руки пуляться, прикиньте. О, моя рыбка. Туса. Все, мы победили? Ой, за мной пузырьки остаются. О, смотрите, я такая туси. Вау, вау, спасибо, спасибо. Спасибо, я такая танцую. Классно, классно. Смотрите, вот тут есть другая уже с медсестрой, да, карта. Ну что, ребята, на сегодня мы закончили проходить такую прикольную карту. Если вам понравился такой формат и эта игра, то ставьте обязательно лайки и пишите об этом в комментарии, тогда я буду снимать такие форматы чаще. А еще подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Ну, на сегодня мы с вами закончили проходить вот такую смехотулечную игрулечку на 20 минуточек. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч в этой, и в похожих, и в других игрушечках. Всем пока-пока!